Школа региональной тележурналистики «Телепрофи.ру плюс BY» подвела итоги учебного года. На протяжении нескольких месяцев в режиме онлайн журналисты из различных регионов Беларуси перенимали опыт российских коллег. А накануне самые активные выпускники приехали в Москву и встретили с журналистами клуба «Друзья Сябры» Союза журналистов России телеканала «Россия-24». В неформальной обстановке обсудить актуальные темы, обменяться опытом. Поднимались вопросы защиты прав журналистов, дальнейшего сотрудничества белорусских и российских коллег и не только. Сейчас хорошо у нас идет сотрудничество. Я думаю, оно будет также продолжаться, в том числе на уровне международных организаций. Мы всегда открыты для общения с нашими белорусскими коллегами. Я, так сказать, с большим уважением отношусь, например, к Гигину, который крайне интересные вещи всегда говорит, и он недавно стал появляться у нас на ток-шоу. Вот, и он тоже наш, можно сказать, соратник по союзам журналистов. Вот. Ну и Андрей Кривошеев, кстати, активно сейчас присутствует в информационном поле России. Журналисты в ходе поездки посетили Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Там обсудили значимую тему для всех нас – сохранение памяти о подвиге советских воинов. Сегодня особенно важно донести базовые ценности до нового поколения. В целом программа поездки насыщена. Удалось посетить ведущий информационный канал «Россия-24», а также познакомиться с достопримечательностями российской столицы и не только. Такие визиты дают уверенность, работа клуба журналистов «Друзья Сябры» продолжится и в дальнейшем. Мы будем работать на интеграцию России и Беларуси, людей, на дружбу, на взаимопонимание. Конечно, мы будем продолжать это делать обязательно. У нас что-то даже получается с вами. Вот, и бросать ни в коем случае мы этого не будем. Когда мы ведем речь, а мы подсознательно или внутренне, все время ведем речь о едином информационном пространстве, о нашем лучшем понимании друг друга, о вникании в проблемы, которые у нас общие, на самом деле потом оказывается, что это наши общие проблемы. Вот это чрезвычайно важная вещь, это обратная связь, это такая штука, которая работает и на вход, и на выход. Это очень важно. Лишь добавлю, белорусские журналисты также получили приглашение на 25-й форум современной журналистики «Вся Россия-2021». Форум состоится уже в сентябре в Сочи.